захотелось сладенького и решила приготовить сегодня творожные шарики. Очень простой десерт, вкусный. Поехали готовить. Итак, нам нужен творог. Количество ингредиентов будет указано под видео. Берем творог, высыпаем сахар, также 3 яйца, немного соли, разрыхлители, ванильные эссенции или ванильного сахара, у кого что есть. Это все перемешаем и будем вводить муку. Соединили все ингредиенты, теперь добавляем понемногу муки и перемешиваем. Еще добавляем. Друзья, вот такое тесто у нас получилось. Теперь берем ложечку, набираем тесто, второй ложечкой выкладываем муку и руками обваливаем, делаем шарик. Обваливаем в муке и выкладываем пока на тарелку. Пока мы лепим шарики, надо разогреть растительное масло до градусов 170. Масло должно пузыриться, когда опускаете деревянную палочку. Разогреваем масло. Друзья, у нас разогрелось масло. Проверяем его. Опускаем палочку. Палочка хорошо уже пузырится. Я наготовила полуфабрикатов. Капельку руки в муку. И берем каждый шарик. Еще раз обкатываем в муке. И опускаем по очереди в масло. Нежное, легкое, не забитое мукой. Партию положили и проверяем. Они очень хорошо надуваются. Обратите внимание, я их не трогаю. Они сами прокручиваются. Когда шарики становятся румяными, вынимаем их на бумажное полотенце. Это делать обязательно, чтобы лишний жир ушел. Итак, друзья, мы напекли творожные шарики. Здесь у меня они уже подостыли, а это еще горячие. Поэтому те, которые подостыли, я сейчас припудрю сахарной пудрой. Чтобы просто не присыпать через ситечко сахарную пудру, я кладу трафарет. И посыпаем сахарной пудрой. Поднимаем трафарет. И вот что у нас получилось. Друзья, мы приготовили нежнейшие творожные шарики. Готовьте так, это очень вкусно и легко. Спасибо за просмотр. Пока-пока.